Так, я побежала на работу. Анри, если тебе не трудно, возьми стирального порошка. 2 пачки. Все. Пока-пока. Как быстро растут дети, а? Вот уже внучка на работу ходит, денег зарабатывает на хлеб сама себе и мужу. Я ищу работу. Искать это хорошо, жаль, за это денег не платят. Ну что ты, мама, не все сразу. Вспомни, Аркадий, у меня тоже 3 года не работал. Ну, это вообще незабываемое время. Аркадий твой в творческом поиске, ты беременна. Но не 3 же года. А кушать всем дай. Так и жили на мою зарплату. Ну, не надо тоже, знаете, передергивать. Светка ж как родила, сразу на работу пошла. Вот-вот. Я вообще считаю, если мужчина не может обеспечить семью или зарабатывает меньше жены, то это уже не мужик. Это значит опять камень в мой огород, да? Мы, между прочим, со Светланой одинаково зарабатываем. Мама, ну Аркадию же могут премию дать. Да чего мы тут это оправдываемся-то? Андрей, вот ты как человек со стороны, скажи, вот ваша это Замундия. Замундия в Бурундии. Ну да, вот там как с этим? Ну когда вот жена получает больше мужа. Такого не бывает. Вот видите, даже в Африке такого не бывает. А что, у вас женщины не работают? Работают. Еще как. Только зарплату им не платят. Такой закон. Дикость какая. Что это за закон такой, не понимаю. Очень простой и понятный закон. Женщины зарабатывают, а зарплату выдают мужьям. Анри, я чем больше тебя слушаю, тем больше не понимаю. Чего ты оттуда уехал? Ой, пап, привет. А ты чего не на работе? 150 коньяку и лимон. Чего? Лимон. Не рано ли, папа, для коньячку-то? Да, ты права. Давай сначала пару кружечек пива, а потом сразу коньячок. Пап, ты как, хорошо себя чувствуешь? Нормально. А пивка принесешь, вообще отлично будет. Ну, давай, не задержи. А что случилось-то? Что за повод? А почему должен быть повод? Глава семьи, добытчик, кормилец, можно сказать. Тем более получивший государственную премию. Зашел в кафе. Ты что, премию получил? Читай. Ну, здесь написано, что ты только выдвинут. Угу. А это такая процедура. Выдвигают, а потом сразу дают. Подожди, премию ты дают одному, а здесь 5 фамилий? 4 совершенно неизвестных фамилии и 1 очень громкое имя. А это Кондаков? Пиво давай неси. Ну, что ты обижаешься? Кондаков известный оператор. В прошлом году ТЭФИ получил. Из жалости дали. Потому что до этого у него БМВ-ху угнали. Он сильно переживал. Ну, откуда БМВ? Бездарность. Ты не всегда много денег. Ну, ты пиво несешь или нет? Ну, надо же. Турция, Турция, а выглядит почти как свитер. 300 рублей отдала, да? А что, так дешево выглядит? Да нет, пока 1500. У турков всегда так. Первую неделю на 1,5, а после первой стирки 3 копейки. Вот в среднем 300 получается. Это не Турция, английский. Натуральная шерсть. Вот бирка. 3000? Они что там, овец? Ананасами кормят? Слушай, откуда у тебя такие деньги? Зарплату повысили. Ну не смеши меня. Ну на сколько повысили? На 100 рублей, да? На 2322 рубля с копейками. Слушай, это у тебя хорошо получается. Ты же там около 1000 получала. Ну ты что, 4500. Ну я говорю, около, плюс-минус. Это значит, сейчас у тебя... Мама дорогая, я надеюсь, ты Аркадию не сказала? А что? Да все. Конец семейной жизни. Ну почему сразу конец-то? Ты что, мужиков не знаешь? Да у них всегда так. Если баба больше их не возрабатывает, это же смерть. Это хуже смерть. Это импотенция. Это как лучшему другу в шахматы проиграть. Это удар по самому слабому месту. По мозгам. Ой, ну что же мне теперь делать-то? А ты ему не говори. И скажи, что свитер за 300 взяла. Ну как же, ну он обидится, скажет, опять по дешевке купила. Это он внешне обидится, а внутренне он очень будет доволен. Ну, во-первых, ты купила, а во-вторых, нормальный ты купить не смогла. И поэтому он опять кругом молодец.
Что, простите? Я говорю, молодец какой. Ну, должен же я хоть что-нибудь делать. А то действительно, сижу на шее у жены. Ты знаешь, ты нашу бабушку не слушай. Она человек старой формации, привыкла, чтобы мужчина работал. Я же пытаюсь найти работу. Ну, я знаю. Верь. Лишь бы Мариночка была счастлива, а там уж... Кто у кого на шее сидит, мне это ваша акробатика, мне интересно. Вот, купила Аркадия Борисовича. Красивый. Угу. Дорогой, наверное. А что, дорого выглядит? Нет, нет, 300 рублей всего. Турция. Светлана Алексеевна, я же в некотором роде принц. И уж просто дешевую вещь от турецких, пардон, экскрементов могу отличить. Ну и насколько она выглядит? Ну, приблизительно 2970. А если в центре брали, 3. Это называется приблизительно? Да, приблизительно. А если дадите пощупать, точно скажу. Опа, в центре брали. Андрей, не говори Аркадию Борисовичу, сколько свитер стоит, он расстроится. Я не скажу. Но если спросят, я отвечу. Вы же знаете, у меня табу, мне врать нельзя. Да я уж знаю уж. Ну, может быть, это как-то лечится? Предрассудки. Их не вылечишь. Ну, а зачем врать? Можно промолчать и все. Русские мужчины, они же, они такие закомплексованы. Они за шахмат могут убить. А, потому что если жене на 2000 зарплату повысили, то... Вам повысили? Да. Зря вы мне это сказали. Я врать не умею. Ну вот Кондаков. Он что, плохой оператор? Кто? Кондаков? Он неплохой оператор. Он никакой оператор, он ноль. Вот дай тебе камеру, и ты тоже будешь Кондаковым. И то, если косоглазием заболеешь. А вот тут вот написано, он что-то в Каннах взял. Вот именно, что что-то. Подумаешь, большая заслуга. Пальмовая ветка. И жалости дали. У него как раз яхта сгорела. А у него яхта была? А там яхта одно название. Ни бассейна, ни сауны. Так, лодка с парусами. Ну, у тебя и такой нет. А я потому что клюкву на потребу обывателям не снимаю. Так чё, премия твоя? Ну, че ж, не Кондакова же. Много? Ну, для кого-то, может быть, это и много, а так нормально. Штука баксов. Ого! Так получается, ты теперь в шоколаде. Да, нормально. Мужик должен зарабатывать. А то какой он мужик? Так, конь моржовый. Вот тут ты не прав. Че это я не прав? Конь педальный. С ума сойти. Такая дорогая вещь этому обормоту. Этот обормот, мама, мой муж. Все равно 300 рублей это слишком. И бабушке тоже. Что тоже? А мама, я тоже хотела купить тебе такой же свитер. Ну, спасибо тебе, дочка. Дожила. Родной матери турецкую тряпку за 300. Я все-таки женщина, я же не могу ходить, в чем попало. А это вовсе не что попало. Это нормальный свитер. И уж если говорить о цене. Андрей, голубчик, я, кажется, там поставила молоко на кухне. Сходи, пожалуйста. Светик, ну сколько тебя можно учить? Это же безграмотное выражение. Молоко жидкое, его нельзя подставить. Анализы тоже не товарищи по партии, однако же их сдают. Что это за прибийские метафоры? У Аркадия всего нахваталось. Ну оставь уже Аркадия в покое. Хороший, славный человек. Мухи не обидит. Света, ну-ка марш на кухню за бокалами. А вы, Екатерина Андреевна? Что? Ничего, просто помолчите пока. Я еще не придумал, что с вами сделать. Да, не зря все-таки папа работал. Все над ним подсмеивались, а он вон что. На государственную премию номинирован. Как лучший телеоператор. Это от какого же государства ему премия? Ну как от какого? От нашего, российского. Она что, в государстве две премии для операторов? Да к чему это? Да просто... Слышала о таком операторе Кондаков. А, папа говорит, бездарность. Ну, раз папа говорит... В общем, эта бездарность на завтра у нас банкет заказала. Потому что ей сегодня дали государственную премию как лучшему оператору. Подожди.
Что значит дали? Ну, как тебе понятнее объяснить? Я толком сама не знаю. Ну, думаю так. В большом зале собрались люди, что-то понимающие в кино. Бездарность вызвали на сцену, долго ей хлопали, вручили статуэтку. Потом бездарность долго благодарила Господа Бога, папу, маму и Тарковского. Катастрофа. Ты точно знаешь? Да точнее не бывает. Сегодня был этот Кондаков. Хвастался, клеился, звал на яхте кататься. Говорит, яхта новая, с бассейном. Господи, что делать-то, а? Вот и я думаю, может, поехать, а? Да нет, с папой что делать? Он ведь этого не переживет. Ладно бы кому-нибудь другому, но Кондаков... Ласточки, девочки, труженицы мои, решите от лица администрации вручить вам это скромное поощрение. Вам не дашь, налоговая все равно отберет. Конец квартала. Ничего себе скромное. Ну, нескромное, застенчивое такое, не хочешь, чтобы про него знали. Поэтому расписываться не надо. Вот так же мне и мой первый жених сказал. Не надо, говорит, расписываться. Так давайте же выпьем за то, чтобы талант оценивали по достоинству, а бездарность всегда знала свое место. А Кондаков, наверное, расстроится. И по деловому, а то, ишь, мэтр какой. Какой? Нормальный мэтр. Со Скорсезе, между прочим, работал. Ну вот пусть Скорсезе ему премии и выписывает, а у нас Россия, у нас не смотрит, кто с кем работал. У нас смотрит, что ты сделал для страны. У нас наоборот, даже полиция есть, чтобы кто-нибудь что-нибудь не сделал для страны. Мать, ну-ка прочитай. На государственную премию были выдвинуты следующие кино- и телеоператоры. Игорь Терещенко, оператор-постановщик блокбастера «Зуммер». Федор Близорук, обладатель гран-при Берлинского фестиваля за работу в фильме «Антигитлер». Ну-ка дальше, дальше. И Алексей Кондаков, лауреат Каннского кинофестиваля, обладатель Венецианского льва, лучший оператор Европы 2000 года. Дальше читай. И Аркадий Парамонов. Вот, Аркадий Парамонов. Скромно и... со вкусом. Да, более чем скромно. Почему про вас так мало написали? Да потому что нечего. Мама. Потому что мой чернокожий зять, я на потребу кинокритиков не работаю. Я не снимаю это элитарное кино, от которой скулы просто сводит. А я скромно творю. Для народа. Ну и для вечности, конечно. И чего же вы натворили такого для вечности? Мать. Сериал «Вечный ров». Это про экскаваторщиков. Сериал «Вечный рев». Это про акушеров. Да, ну и, конечно же, сериал «Забытый причал». Окей. Это просто за душу берет. Там в конце не то, что прямо все умирают, а еще и причал сломали. Что-то я не помню таких сериалов. А его еще не показывали. Народ еще не готов. Вот ко мне тут ребят приходили, режиссеры, операторы, они прям в ногах валялись, говорили, что Борисыч, говорят, Аркадий, не надо, не показывай вот это свое. Дай нам сначала свое показать, а то мы затеряемся на фоне твоего. Мама, если ты меня хоть немного любишь, молчи. Честно скажу. Я человек независтливый. Меня во всех грехах обвинить можно, но только не в этом. Может, я выпиваю, может, образование не то. Машину по утрам громко заводите. Это не твое дело. Может быть, невежлив. Иногда... Долги не вовремя отдаете. Да, забывчив, но независтлив. Вот Аркадий Парамонов. Ему хорошо, я за него радуюсь. Еще бы жена такую прибавку получила. Какую прибавку? К зарплате 8000. Точно знаешь? Угу. Она мужу свитер купила. Так всю зарплату вместе с прибавкой ахнула. 20000! Выглядит тряпка-тряпкой. Рад за нее. Ой. Ну вот что ж жизнь-то устроено. Одним все, другим ни хрена. Вон Аркашка госпремию получил, только что не свитер ему. Какую премию?
Ну, за вклад. Он оператор, они куда-то чего-то там вкладывают. Да нет, это брехня. Кондаков, Кондаков премию получил. Я сама по радио услышала. Эй, беда-то какая, он еще ничего не знает. Ну, кто-то должен сообщать плохие новости. Я пойду. Может, не стоит человеку настроение-то портить? Правильно, пусть порадуется. Завтра скажу, когда газеты с портретами Кондакова выйдут. Вот. Как ты любишь? Простенький, теплый. А, сколько? 300 рублей, Турция. По-моему, недорого. 300 рублей? Да. Это мне? Мне, гению, 300 рублей китайское рванье? Турецкое. Ну, мы дожили. Меня Россия на руках носит, а родная семья втаптывает меня в китайскую грязь. Турецкую. Видите, Светлана Алексеевна, все только хуже. Это вовсе не турецкий свитер. Анри, не надо. Надо. Говори, вот человек. У вас лица белые, души все черные. А у него это шаг в одном порядке. Ты говори, сынок, говори правду, добивай художника. Китай, да? Нет, Англия. Докатились. За секонд-хенд 300 рублей. На, художник, на, утришь. Вообще-то он не 300 стоит. Говори правду, источник правды. Говори, бей, фонтанируй. 90. 3000 рублей. Светлана Алексеевна боялась вам сказать, думала, вы рассердитесь. А вы и так рассердились. 3000 рублей! А что, недостойно, что ли? Я не сержусь на тебя, родная. Мы можем себе сейчас это позволить. Теперь твой муж при деньгах... Откуда ты знала, что я премию получу, а? Не знала. А что ж ты, интересно, такое натворила, что тебе за 3000 аж стыдно, а? Ничего, я откладывала. Чего ты откладывала? Личинку измены ты откладывала в остывающий труп нашей семьи. Боже мой, какой язык, это Гоголь меркнет. А, забытый причал. Знаешь, дочь я тебе не отдам. Правильно, папа. Мама, мне нужно тебе срочно кое-что сказать. Андреевна, видишь, семья рушится. Ну, наливай уже. Катастрофа, мама. Что случилось? Премию получил Кондаков. Катастрофа. И мне, как назло, зарплату повысили. Ужас. А мне на работе 200 баксов подарили. Вот горе-то. Беда никогда не приходит одна. Что же мы отцу-то скажем? Да, надо его как-то подготовить. Не надо. Он уже готов. В смысле? Аркадий Борисович почивать изволит за столом. Ты пойми, Андрей, папе и так сегодня тяжело. Да я заметил. Он какой-то зеленый. Наверное, это потому, что спал в неудобной позе. Нет, там все сложнее. Много всего намешано, не в этом дело. Ему и так плохо. А когда он узнает, что премию дали Кондакову, ой, плохо будет всем. А почему? Ну, просто поверь мне. Я хочу, чтобы ты помог папе. Что я смогу сделать? Надо, чтобы папе дали премию. Я не знаю, как ты это сделаешь, но если ты меня любишь... Ну, погоди. Я тебя люблю. Но это невозможно. Это же премия. Это там будут академики, жюри, голосование. Ой, вот только не надо про голосование. Мы в России живем. Ты принц? У тебя должны быть дипломатические каналы. Марина. Ты что, не знаешь, как моя семья относится к нашему браку? К твоей семье и к белым вообще? Что, не любит? Ну, не знаешь, и хорошо. Я сегодня слушала радио, столько узнала интересного. Мама, пожалуйста. Про премию там ничего не сказали. А вашей? Нет, о вашей ни одного слова. Надо будет в 12 послушать. Может, что по телеку скажут. У
Мама, ну зачем ты? Я же просила. Он все равно узнает. Уж лучше от людей, которым он дорог. Поэтому я и говорю, ты молчи. Хорошо. А как ты ему о Кондакове расскажешь? Ну, ничего, как-нибудь расскажу. Вчера же рассказала, просто он забыл. Не ожидал. Почему неприятно? Нет, приятно, просто неожиданно, да, буду. Обязательно сегодня? А может быть, завтра? Ладно, буду. Привет господину послу. Вы и есть посол? Тогда вам привет. Все, бывай. Те. Лауреат дома? Что хочешь, Семёныч? Неприятно быть человеком, приносящим дурные известия. Ну а для чего тогда нужны настоящие друзья? Ты больно счастливый. Все так плохо, да? Ну, нехорошо. Бездарь ты этот, и Кондаков этот, лауреат Каннского фестиваля, обладатель Золотого Льва, лучший оператор Европы 2000 года. Аркадий, премию ему дали. Не тебе. Я знаю, по телевизору видел. Неприятно, правда? Да. Да, жаль человека. Опустился совсем. Печальная динамика. То Канны, а то не Канны. Ну, ты держишься, да? Ты знаешь, старичок, я, конечно, родину люблю, но для меня важнее международное признание. А ты о чем? Да вот сейчас вот из посольства звонили, понимаешь. Премию хотят дать за вклад. В культурное развитие развивающихся стран. Ну, в общем, аналог Оскара мне дали. В какой стране аналог? Ну, главное, чтобы не в нашей. Чё? В Узбекистане, да? В Занзибурунде, слышал? О, сегодня вечером по телевизору покажут. В посольстве прием в мою честь. Гений. Слушай, как тебе это удалось? Все-таки не хухры-мухры, а золотой кокос за огромный культурный вклад в развитие Занзибурундии. Кстати, а что он там успел развить? Меня? Он меня многому научил. Например? Например, научил разбираться в лошадях. Объяснил разницу между конем педальным и тот, который в кожаном пальто. А это вклад.